Доброго времени суток, друзья! Сегодня я буду собирать комплект украшений. Вот такие у меня материалы. Ну, это конкретно для сборки у меня беконусы 4-6 миллиметров. Тут такого же цвета нашлись. И здесь у меня сатиновая делика. Кому интересно, вот такой номер у него. Брала в мелодии бисера. И здесь у меня такие палочки стеклярусы, тоже там же брала, вот такой артикул. Что я хочу сделать? Я хочу сделать палочки мозаичным плетением. Вот кому интересно, присоединяйтесь. Сделала я такой набор, но плохо видно, к сожалению. Значит, набираю один стеклярус, 8 бисера и 2 стекляруса. Спускаю на другой конец. Тут оставляю немножко, чтобы потом можно было спрятать нитку. Разворачиваюсь и прохожу через первый бисер. У нас стеклярусы разворачиваются. По крайней мере, должны. Вот они развернулись. Ну, бисер такой, что, конечно, будет плохо видно. И освещение сегодня, конечно, желает быть лучше. Дальше будем набирать по одному бисеру. И будем проходить через один бисер. И таким образом у нас получается мозаичное плетение. Конечно, здесь можно всякие узоры придумать. Вот через один. Ну, это для тех, кто, может быть, ни разу не плел. Вот. Плести можно, конечно, из всякого бисера, но все-таки делика смотрится гораздо лучше. Ну, аккуратно, по крайней мере, но это не особо касается сатинового бисера. Это как рубка, она получается не очень ровная, но зато эффектная. Эффектный сатиновый бисер. Видите, он как переливается, даже вот не фокусируется из-за этого. Вот так вот туда-обратно я плету. У меня по краям стеклярусы. Вот я сейчас надела стеклярус, развернулась. Вся раненная я. Вот. И обратно иду. У меня получится... Господи, какое безобразие на камеру. Поранилась я. Тут занималась украшениями. Ну, вот так оно мозаично все и строится. По одному набираем. Полоски можно, тут рисунки всякие. Ничего сложного в этом нет. Кто плел, тот знает. Ну, мне очень нравится, конечно, плести деликой. Это, конечно, что-то невероятно красивое. Ну и по краям стеклярус. Такая у меня кайма пойдет из стекляруса. Я хочу плести несколько таких палочек и собрать колье или чокер небольшой. Ну, чокер — это такое небольшое украшение под горло. То есть все, что короче 40 сантиметров или около 40, это как бы будет чокером. Не обязательно чокер должен быть прямо на шее, он может быть под шеей. И это все равно будет чокер, потому что он короткий. Вот. Ну вот видите, очень быстро, легко идет. Сколько я буду здесь плести? Буду плести до тех пор, пока у меня не накопится по 5 стеклярусов с каждой стороны. Я для себя так определила. Это будут такие небольшие трубочки. Вот. Сейчас я уж не буду раненой рукой на камеру снимать. Я, пожалуй, сама закончу и вам уже покажу трубочку. Перевернулась нитка. Вот смотрите, у меня с двух сторон по 5 стеклярусов. И надо, чтобы вот эти нитки были с разных сторон. Тогда все правильно будет. Теперь сворачиваем это все в трубочку. Конечно, эта трубочка может быть и пошире. У меня вот на 5 стеклярусов получается. Можно на 6, можно на сколько хотите. От этого будет зависеть диаметр трубочки.
Вот у меня рабочий конец. Сейчас я просто пропетляю, просто вот так вот нужно соединить начало и конец. Ну, до этого я все-таки по стеклярусам один раз пройдусь, чтобы было более надежно. Вот так. Вот так. Закрепила один конец. Теперь по выступающим бисеринкам. Вот здесь, конечно, вам плохо видно. Можно и вот так через два пройти. Вот таким образом. Как бы мы зашиваем два конца, две стороны. Можно по одному бисеру, можно сразу через два бисера, это уж вот так. Вот сюда, сюда, сюда. Ну и на этом конце я тоже пропетляю по стеклярусу. Почему я не могу пройти? Вот по стеклярусам пройду вот так. Натягиваю нитку, петляю, удаляю, в общем. Вот сюда залезла. Вот. Получается такая трубочка. Довольно симпатичная. Наделаю я сейчас несколько таких трубочек. И из них соберу украшения. Используя, может быть, вот эти даже между ними биконусы. Ну, посмотрим, что у меня получится. Я вам сейчас покажу. Ну, вот что у меня получилось. Вот так я расположила эти бусинки-палочки. Так, где фокус? Так, ну и вот так использовала 4 миллиметра биконусы и 6 миллиметров перемешку со стеклярусами. Вот эти палочки поставила, стеклярусы. Вот так вот на конце. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь у меня бусин. Ну, вот такая нежность получилась. В итоге собрала на ювелирный тросик. Такой миленький чокер, в общем-то. Вот. И к этому украшению собрала еще сережки, палочки тоже. Разной длины можно эти палочки собрать по-разному. Видите, у меня здесь больше стеклярусов на конце. Вот. Ну и сюда поставила еще биконус. Они такие подвижные. Эти более длинные палочки по сравнению с этими бусинками получились. Вообще эти палочки можно разные наделать и по-разному носить. Вот, например, у меня еще одна такая палочка. Можно провести цепь или шнур и просто носить. Будет такое небольшое украшение на шее. И опять же можно сделать сережки по-разному, в общем, как вы хотите. Вот такая сегодня была небольшая темочка. Ну все, девочки, всех благодарю за просмотр. Спасибо, что смотрите мои видео. И с вами попрощаюсь на этом. До следующего видео. Пока-пока.